Смерть кумира – большое потрясение для поклонников. Многие из них даже проводят собственные мини-расследования, желая доказать, что артист жив. Сегодня мы расскажем вам о знаменитостях, которые, возможно, все еще живы. Легендарная блондинка Мэрилин Монро была обнаружена мертвой в своем особняке 5 августа 1962 года. Ее смерть является, пожалуй, одной из величайших загадок 20 века. До сих пор многие спорят, было это преднамеренное убийство или же актриса сама свела счеты с жизнью. Много лет спустя некий корреспондент поведал историю о том, что в 2001 году частный детектив сообщил ему, что Мэрилин Монро жива. Все дело в том, что самая знаменитая блондинка 20 века при жизни была втянута в сомнительные истории. Хорошо известна ее связь с братьями Кеннеди. По этой причине она могла быть неугодной некоторым высокопоставленным людям. Самоубийство актрисы, возможно, было инсценированным. Вместо нее было подставлено тело другой женщины. Сама же Монро якобы была выслана в психиатрическую клинику в Швейцарии. Брюс Ли скончался в 1973 году в Гонконге на съемках фильма «Башня смерти». По одной из версий, актер принял таблетку от головной боли, что привело к отеку мозга и смерти. Однако вскоре стали появляться слухи, что смерть актера была сфальсифицирована. На самом же деле Ли жив и наслаждается жизнью где-то на закрытой вилле. Конечно же, это не более чем слухи, но многие его фанаты, поверившие в них, стали с нетерпением ждать того, когда их любимец воскреснет. Рэпер Тупак Шакур был расстрелян 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Он умер 13 сентября в больнице. Однако свидетели утверждают, что видели Шакура после официального объявления его смерти, а некоторые все еще верят, что он жив и по сей день. Его фанаты выдвигают как минимум 5 причин того, что рэпер жив. Во-первых, никто не видел, как его тело было кремировано. Во-вторых, выходят бесконечные посмертные релизы. В-третьих, он любил распространять слухи о своей смерти. В-четвертых, в его лирике всегда есть скрытые послания своим фанатам. В-пятых, некоторые его фанаты считают, что он прячется где-то на Кубе. 16 августа 1977 года тело Элвиса Пресли обнаружили в ванной. Общественность не узнает, что случилось с музыкантом до 2027 года. Именно тогда будут рассекречены результаты вскрытия. Так пожелал отец Элвиса, опечатав документ до 50-летия со дня смерти сына. Тайна, окружающая смерть Элвиса, вызывала слухи о том, что он все еще жив. Таким способом король рок-н-ролла решил отделаться от надоевшей славы и уйти на заслуженную пенсию. То и дело в сети всплывают фото, на которых якобы изображен постаревший Элвис Пресли в разных точках мира. В 1997 году мир оплакивал смерть любимой принцессы Дианы, которая трагически погибла в автомобильной катастрофе под Парижем. Смерть всеобщей любимицы мигом обросла слухами и подробностями. Поговаривали, что лимузин разбился из-за пьяного водителя, затем, что это был вовсе не несчастный случай, а спланированное убийство. В 2007 году распространились слухи, что принцесса Диана жива и работает в средствах массовой информации. 5 апреля 1994 года застрелился вокалист группы Нирвана Курт Кобейн. Однако общественность со скептицизмом относится к этой версии. В качестве подтверждения теории приводят тот факт, что в крови музыканта обнаружено огромное количество героина, под воздействием которого невозможно произвести выстрел. Также на полицейских снимках запечатлено только туловище артиста без головы, что лишает возможности опознать его. В 2009 году скончался Майкл Джексон, но поклонники до сих пор уверены, это инсценировка. Сторонники теории считают, что он также устал от славы и решил скрыться, чтобы избежать банкротства из-за множества судебных исков. В сети часто появляются фото якобы скрывающейся знаменитости. Существует гипотеза, что на похоронах Джексона в гробу лежала его восковая фигура. Конечно же, большая часть этих утверждений, а возможно, что и все, это всего лишь слухи и домыслы, но немало людей верит в них и надеется еще увидеть своих умерших кумиров. А вы верите, что кто-то из этих людей до сих пор жив? Делитесь в комментариях. На этом все. Если информация в видео оказалась для вас интересной, то поддержите нас лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.